Браконьерский стан, где обнаружили почти полтонны красной икры и рыбы, а также орудия незаконного промысла, ликвидировали в границах охранной зоны Корякского заповедника на Камчатке. Трое злоумышленников задержаны на месте преступления. Как рассказали в пресс-службе заповедника, стан обнаружила оперативная группа инспекторов во время патрулирования. Поймать нарушителей помогли камчатские пограничники, которые прибыли на место проведения операции на вертолете. Лагерь нарушителей в границах охранной зоны Корякского заповедника представлял собой жилое строение на 7 человек, кухню и цех по производству икры. Стан был замаскирован военной сетью. На месте изъято более 326 килограммов икры, почти 100 килограммов рыбы, 22 патрона для охотничьего гладкоствольного оружия и 4 рыболовные сети по 60 метров. Задержаны и браконьеры. Двое из них оказались россиянами, третий – гражданином Узбекистана. Возбуждено и расследуется уголовное дело.